В Беларуси снизили экспортные цены на мясную продукцию. Согласно документу, свежие, охлажденные или замороженные туши и полутуши молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию дешевле $3.70 за килограмм, взрослого ниже 3,6. В Беларуси за июнь выросли продажи новых автомобилей более чем на 24%. Куплено свыше 2000 машин. На протяжении второго квартала доля бренда «Джили» остается на уровне почти 80%. В последние месяцы наблюдается положительная тенденция. На рынке становится все больше моделей отечественного производства. В стране полным ходом идет регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году их должны получить более 29 тысяч потребителей тепловой энергии и свыше 10 тысяч ведомственных теплоисточников. Дедлайн – 30 сентября. Специалисты проверяют оборудование, проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. В стране растет количество пропавших грибников и ягодников. Всему виной отсутствие телефона или низкий заряд аккумулятора, а также лесные прогулки по незнакомой местности. В МВД отмечают, ежегодно регистрируется около 160 подобных фактов. Большинство людей удается найти, некоторых с симптомами обезвоживания и переохлаждения. Праздник «Упали в Александрии» посетили около 80 тысяч гостей. Фестиваль на берегу Днепра прошел в 14-й раз. В этом году особое внимание уделили союзному государству. Количество гостей из России побило рекорд. Творческие коллективы, ремесленники, представители органов власти приехали из 20 регионов.